2 копейки 1811 года. Правление императора Александра I. На реверсе под большой имперской короной указан номинал, цифра 2. Под ней две строки слова «копейки». В нижней части под горизонтальной разделительной линией буквы Е.М. Дословно «Екатеринбургская монета». Клеймо монетного двора. Слева вдоль канта, не доходя до короны, лавровая ветвь. Справа дубовая. Ветви в нижней части скреплены лентой, образуя единый венок. По окружности вдоль канта рельефные элементы в виде точек. На аверсе государственный герб Российской империи. Под большой имперской короной двуглавый орел, коронованный двумя имперскими коронами. Три короны символизируют три покоренных царства – Казанское, Астраханское и Сибирское. Крылья орла подняты вверх и распущены. На груди орла московский герб – щит с изображением святого Георгия Победоносца, поражающего копьем дракона. Вокруг герба – орденская цепь ордена святого апостола Андрея Первозванного. В правой лапе орла – скипетр, в левой – держава, символы государственной власти – под правой лапой орла буква «Н», под левой буква «М». Инициалы минсмейстера монетного двора Николая Мунта. Под гербом год чеканки 1811. По окружности вдоль канта рельефные элементы в виде точек. Гурт гладкий. Медная монета такого типа выпускалась с 1810 по 1830 год. Вес монеты 13,65 грамма. Диаметр около 30 мм. Толщина приблизительно 2,1 мм. Тираж 127 миллионов 3400 штук. Средняя цена 300 рублей. Эта монета была куплена порядка 200 рублей.